хотелось. Нас давно пора в тираж списывать. Что ты на себя-то наговариваешь? Ты еще такого принца встретишь. Ага. Хотя наша мама говорила, помнишь, своя судьба и на печке найдет. Ага, позвонит и скажет: здравствуйте, я Петя, пришел с вами знакомиться. Кто это? Кто там? Девочки, это я, ваша тетя Люся. Ой, тетя Люся приехала. Вижу. А я как соскучилась, господи! Тетя Люся! Ёлка, это ты! Надо же! Ты посмотри, как она выросла! Посмотри, как она выросла! Взрослая какая стала! В каком классе учишься? Да ты что? Да, да, да! Ой, неужели это твой? А я думала про школу! Посмотри, как время бежит! Правильно рожать нужно вовремя! Да. Тетя Люся, это же мой! Я же вам писала! Да, да! Когда? Это а, мой. Ну, может быть, может быть! Может быть. И правильно, рано тебе еще елка рожать. Ну что стоим? Пошли подарки разгружать. Пошли! Федор, помоги, а! Тяжело. А это сало. Ничего себе. Домашнее. Кум, Георгий Демьянович, сало солил. Вот, а еще я вам маслица. Топленого привезла. Вот. Гляньте-ка, настоящая деревенская топленая. Тетя Люсь, зачем так много-то? Мы такого сроду не ели. Не ели, бедненькие вы мои. Конечно, откуда же вам взять деревенского масла? У вас такого нет. А вот еще. Продукт. Тетя натуральный. Тетя из терна. Кум Георгий Демьянович. Сам гнал. Так, где стаканы? Стаканы в шкафу. Ага. Вижу, вот они. Надо выпить. Тебе еще рано. Слава богу. Чуть-чуть хватит, хватит, меньше, хватит. Меньше. Что значит чуть-чуть? Что значит чуть-чуть? Давайте за встречу. Да. Ой, мои дорогие, голубушки мои. Ой. Мам, на. Тетя Люсь, ай. А вы в Москву-то надолго? Я? Да пока не надоел. Значит, надолго? Павлик мой с невесткой в Германии живет, а я пенсионерка, одна. Думаю, чего я сижу в Саратове? Поеду к своим племянницам, поживу, по хозяйству помогу. Отличная идея. За это надо выпить. Да? Я больше эту гадость пить не буду. А я, пожалуй, выпью. Давайте. Соскучилась я. Ой, соскучилась. Мама, редисочку возьми. Дорогие вы мои. Ты что? Вкусно же! Господи.
Ой, девочки, уже встали? Очень хорошо. А я сырничков сделала. Как раз тепленькие. А на обед будет борщ. Федор, поел? Молодец. Уступи место старшим. Спасибо, дядя Лёша. А что в дверях стоим? Проходите. Ну, давайте, давайте. Присаживайтесь. А я вам вечером картошечки зажарю, а завтра с утречка пончиков напеку. И вот еще что. Я тут посмотрела. Бедновато вы живете. Бледненько все как-то, вот как в Собесе. Ну ничего, я сама этим займусь. Скоро вы свою квартирку вы не узнаете. Представляю. Так, ну ешьте, ешьте сырники, я же сказала, пока тепленькие. Вот. Господи, до чего же вы себя довели? Худые, зеленые. Ой, гляньте, что я сегодня с рынка принесла. Вот. Сардельки копченые. А это колбаска домашняя. Творожок. Ковеечка. Ребрышки. Так, положили сметану. Больше, больше, больше кладите. Вот. Горох сварю. А вот и яблочки. А из яблочек мы сегодня вареницы сварим. А вы мне поможете их почистить. Я на работу опаздываю. Да? Угу. Увидимся вечером. А мне в институт уже пора. А я с Федором в сад. Ну что ты, мамочка, у тебя же сегодня свободный день. Ты посиди дома, а я сама Федора отведу. Спасибо, тетя Люсь. На здоровье, елочка. Олечка, так ты сегодня свободна. Это ж хорошо. Мы вместе хозяйством и займемся. Тетя Оля, это ваш. Спасибо, Федя. Алло, Марин. О, господи! На дачу? Да, конечно, поеду. Да хоть сейчас. Господи, как ты вовремя, Маринка! Яру? Нет. Ничего не случилось. Конечно. Это же так важно для моего диплома. Естественно. Спасибо, Марин. Я тебе очень благодарна. Когда встречаемся? Через полчаса. Угу. У садового центра. Пока. Спасибо, тетя Люся. Сырники? Супер. Я с собой. Я рада. А я туда для запаха добавляю немножко этого. Как его? Я его тоже с укропом готовлю. И пару долек чеснока. Ну, а эту... Тьфу ты, как ее? Не добавляешь? Не, я без петрушки. Ну все, тетя Люсь, я пошла. Че, собралась уже? Здравствуйте, Елизавета Петровна. Здравствуй, Леночка. А чего ты такая бледненькая? Не выспалась? Лиз, какая Лена? Это ж Оля. А я что сказала? Ой, Наташ, все хочу тебя спросить. А ты под пион камень закапывала? Закапывала. Так, и что? Ну, пока не цветет. Да? Угу. Слушай, а может, камень не тот? Да нет, под пион ржавый гвоздик носить нужно. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Я смотрю, вы капитально прикупили. Да.
Ой, девочки, я тоже как зарплату получаю, прямиком сюда. И не говори, о прошлом году здесь целое состояние оставила. Мы так посчитали, на путевку в Египет мне точно бы хватило. Мне теперь муж больше 1000 вообще не дает. Да, самое главное, от них все спрятать. Девочка, я приспособилась. Вниз холодильничек положу, сверху мандаринами замаскирую. Мой-то мандарины терпеть не может. Все. Слушайте, а я в гараже прячу у подруги. Просто замечательно. Ой, девочки, а я один раз. Сейчас, секундочку. Ну вот, да, милый. Где я? Рубашку тебе выбираю. Как не надо? А, деньги надо экономить. Абсолютно с тобой согласна. Все, целую, пока-пока. Девочки! Ой, какая птичка! О, да ты моя девочка, ну посмотрите! Вот, о, подержи. А вчера не было. Держи. Ну и зачем ты меня сюда привела? Проходи. Ты ничего не понимаешь, стоит тебе один раз сюда попасть, потом за уши не оттащишь. Подожди. О, рододендрон. Держи. Ух ты. А ты сама-то что хотел купить? Честно? Да. Все. Вот, этот не надо. Нет. О! Где же он там? Вот это я увидела. Где же он? Вон она! А, точно! Ой, ой, простите, пожалуйста. Оль, ну иди сюда, что ты там стоишь? Да вы что? Девушка, я первая увидела. Берегина. Я раньше от Борьки рассаду под ванной прятала. Или в стенном шкафу в коридоре. Думала, ругаться будет. Так он решил, что я рассаду в темноте выращиваю. И все вещи оттуда перенес в другой шкаф, чтобы рассаде было куда расти. Угу. Ну, не смешной, скажи. Не скажу. Твой Боря – редкий тип мужчины. Таких беречь надо, а не травмировать. А я их берегу. Тюльпаны привезли. Тюльпаны? Тюльпаны. Тюльпаны. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, там на всех хватит. Бред. Давай еще два подона. Сумасшествие какое-то. Не-не-не. Тебе опять другого. Видишь, какой спрос. Так, вам сколько? Оль, ты что? Оказывается, это заразно. А я что говорила? Держи. Да, и хотелось бы каких-нибудь теплых оттенков, понимаешь? Вот, фон не серый, но да, какой-нибудь, да, да, да. Ну, Никита. Какой-какой? Всем доброе утро. Ну что, у нас ничего не поменялось? У нас ничего не поменялось. Ну? Я тебе уже сказала, нам нужен классический образ женщины вам. Длинные черные волосы, такой агрессивный макияж и ярко-красный лак на ногтях. Ну и будет тебе ярко-красный лак на ногтях. Чего ты меня учишь? А то я не знаю, как выглядят роковые женщины. Ну а что ж ты спрашиваешь? Извините, я опоздала немножко. Опа! Вот вам и вам. Катастрофа. Караул. Почему? Вам не нравится, что ли, совсем? А я вот решила имидж сменить. Так волосы длинные надоели. Правда хорошо? А? Что ты с собой сотворила? Ты же нас всех без ножа зарезала. Без ножа? С ножом. Вчера сыр резала и порезала. Сыр? Да палец. А-а-а, палец. Угу. Еще нож сломала. Лучше бы ты каблук сломала. Я сейчас тебе что-нибудь сломаю. Бери сюда. Тише, тише, Кир, он пошутил. Больше так не будет. Не будет. Не будет. Только скажи мне, пожалуйста, как я из этой бесцветной моли буду сейчас роковую женщину делать? Это из кого ты будешь делать роковую женщину? Иди сюда. Все, хватит, а. Давайте работать. Значит так, надеваем парик и делаем маникюр. Как? Так. Парик ей, а маникюр мне. Thank you.
снимаем. Отлично, молодец. Вот так. Умница. Супер. Голову сюда поверни. Ага. Глазки. Глазки на свет. Угу. Отлично. Класс. Пальчики, пальчики. Вот так, чтобы видно было. Ага. Ногти. Молодец. Угу. Отлично. В другую руку. Угу. Так. Ага. Отлично. Кир, ты... Извините, у меня нос зачесался. Кир, ты с ума сошла? Ну, головой думать немножко надо, а? В чем дело-то? Извините, а? Пожалуйста. Слушайте, час женщину обнимать сидеть. Кошмар какой-то, кошмар. Я бы не отказался. Все, перерыв объявляю. Ну, перерыв, ну, перерыв, перерыв. Так перерыв. Господи, кто это написал? Чудовищно. Сергей Петрович. А, Маливан, читайте. Ну и как вам? Необыкновенно. Кстати, у Владика все хорошо. А, у Владика? Ха, ну и хорошо. Хм. Действительно, необыкновенно. Ну и кто это будет играть? Ну-ка, вы трое, подошли сюда. Фамилия? Бурмакин. Так, тебе, Бурмакина, приходить не нужно. Свободно. Свободно, свободно. Так, вы двое, завтра в 10 с чистыми волосами, без макияжа. Поняли? Отлично. Ёлка, ну надо же, вот так встреча. Бурмакина? Я на кастинг, а ты? А я... Стороночку. А я тут снимаюсь. Да ты что? Круто. Ты поэтому академку взяла? Да, пришлось. А на курсе думают, что ты за границу уехала. Пускай думают. Главное, чтобы домой не звонили. Ну, а как у вас? Рассказывай. Ой, у нас, как обычно, сумасшедший дом. Ничего не успеваем. Скоро спектакль сдавать, а у нас конь не валялся. Слушай, а ты вообще ничего не знаешь? А что я должна знать? Ну, в общем, тебе все равно кто-нибудь скажет. Да говори уже. Ну, ты же с Сашкой разошлась, ну, перед твоим уходом. И что? Встречаемся мы с ним. Он мне уже предложение сделал. Поздравляю. Ёлка, ну я же думала, что ты уехала, бросила его. Он поначалу, знаешь, как страдал? А ты его утешила, да? Да, конечно. Потому что человеку очень тяжело одному. Кто-то должен быть рядом. А ты ему даже правды не сказала. Он же ничего не знает. Да, ты права. Человеку очень тяжело одному. Особенно, когда его не понимают и предают. А ты спроси у своего страдальца, как я по его милости чуть из института не вылетела. Это уже потом умные люди подсказали академку оформить. Но... Да знал он все. Он единственный все знал. Ёлка, костюмерную. Да иду я! Ладно, забудь. Желаю вам счастья. Я отпускаю тебя, отпускаю себя, обжигает любовь. Нервы, но кто заменит тебя? Кто заменит меня, кто окажется вновь первым? Мы хотели просто доказать себе, кажется, что все предугадали. Как мы не готовились к войне,
все равно ее мы проиграли. Как мы не готовились к войне, все равно ее мы проиграли. Я вспоминаю тебя, проклинаю себя, расставаться любя. Сложно, ты не забыла меня, ты простила меня, мне вернуться к тебе. Можно, мы хотели просто доказать себе, что судьба ничем не обделила. Как мы не готовились к войне, все равно любовь нас победила. Как мы не готовились к войне, все равно любовь нас победила. Группа, приготовились к съемке. Так, актеры на исходную. Аллочка, спасибо. Хлопушку в кадр. Быстрей, быстрей. Мотор. Хлопушка в кадр. Сцена 2, 6, да А. Куда ты? А? Камера. Сцена 2, 6, А, кадр 3, дубль 6. Начали. А теперь уходи. Ты же сказала, что простила. Простила. А что это меняет? Столько слов уже сказано. Это похоже на кофе. Какой еще кофе? Растворимый и нерастворимый. Люди ссорятся, мирятся. Но если можно простить и забыть, то еще не все потеряно. Обиды могут раствориться. А если простить можно, а забыть нельзя, то это как раз-таки и есть нерастворимый кофе. Стоп! Снято! Ну, я думаю, это гениально, это просто замечательно. Леночка, молодец, ты сегодня просто великолепна. Да, очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. Ну что, всем спасибо, все свободны. А, да, Аллочка, минуточку, деточка моя. Примите мои поздравления, вы сегодня показали высший пилотаж. Издеваешься. Я серьезно, ты последнюю сцену отыграла просто блеск. Да не играла я, Ромка. Это была я в предлагаемых обстоятельствах. Вот только обстоятельства случайно совпали с моей жизнью. Наши проблемы никого не волнуют. Но если они помогают творчеству, тогда да здравствуют проблемы. И вообще за это надо выпить. Хотя бы по чашечке хорошего кофе. Пошли. Все испортил, но я точно все исправлю. Здравствуй, Олег. Ну, что это значит? Лен, прости меня. Но я был неправ. Конечно, я понимаю, что сын для тебя все. А давай сегодня вместе с Федором... куда-нибудь сходим. Ну, например, отвезем его в дельфинарий. Значит так, ты после съемки его забираешь... А я тебе вечером еще позвоню. Договорились? Хорошо.
Все, перерыв закончен. Жара. Хорошо, хоть солнышко спряталось, а я уже проголодалась. Нет, Марина, об этом ни слова. У нас холодильник забит жирной колбасой. На завтрак жареные пончики, а на ужин картошка со шкварками. Я скоро ни в одни двери не пролезу. В эти точно влезешь. Как тебе территория? Да, впечатляет. Я же говорила, есть где развернуться. Хозяин! Есть кто дома, а? Здравствуйте. Здравствуйте. А где хозяин? А хозяина нет. К выходным обещал вернуться. Что ж, остается только моя свекровь. Поехали. Она, конечно, не подарок, зато участок большой. И, что называется, не перед домом. Место под садик есть. Отлично. Пошли. Это и есть твой непаханный участок? Да, опоздали. Валентина Ивановна. Мариночка! Здравствуйте. Это моя подруга, Оля. Очень приятно. Здравствуйте. А я картошку тут задумала сажать, да. Не поздновато? Не-не-не, в самый раз. Это же поздний сорт. А зачем вам столько картошки? Так ведь Боренька же любит. А вы помогать приехали. Молодцы! Да, Валентина Ивановна. Именно за этим и приехали. О, повезло мне. Сейчас я лопаточки вам принесу. Ой. Попали. Знаешь, а по мне лучше картошку копать, чем ее со шкварками есть. Тоже сравнила. Петровна, да куда ж ты? А? Косточки куда бросаешь? Ой, господи. Ой, я старая. Попей лучше чайку, Петровна. Спасибо. Да. Люсь, я чего спросить хотела? Ну-ну. А чего твои племянницы без мужиков живут? А где их взять-то? Ты в Москве нормальных мужиков видела? Чего видела? Мужиков! А зачем они мне? А действительно, зачем? Пей лучше чай, Петровна. Я на самом деле свинья страшная. Полдороги только себе и говорила, а у тебя-то проблемы покруче моих. Да у меня все нормально. Слушай, а хочешь, я с ней сама поговорю? Ты ей скажешь. Ромка такой классный парень. Она тебе, вот и забирай его себе. Ну, подожди, у вас же сын. Он не может без мамы и папы. Это у нашего Федора.
Отца никто в глаза не видел. Как это? А вот так. Моя тетка скорее застрелится, чем расскажет про него. Я не знаю, что у них произошло, но меня просто поставили перед фактом, что у меня будет племянник. И на этом тема была закрыта. Круто. Она у меня вообще такая. Вот, веришь, нет, я ни разу не видела, чтобы она плакала. Все равно не поверишь, что женщине легче одной. Так она не одна. У нее Федор есть. Вот старость, не радость. Да, вот что значит возраст. Пошевелиться не могу. И я. Пить хочется. И мне. Кто принес? Ага. Что свекрови твоей не видать? Она, небось, пластом лежит. Так впахивает в ее-то годы. Ой, девоньки, умаялись! Попить, небось, хотите? Ага. У меня в погребе холодненький квасок есть. Мариночка, иди сбегай, принеси. А я к Кузьминишне чеснок ей помогу полоть. Ой. Пойду схожу за квасом. Да сиди. Я сама схожу. Что ты меня сегодня рано забрала? Мы сегодня пораньше закончили. А что-то я Дениски второй день не вижу. Он не заболел? Да нет, они с папой на Селигеру ехали. Ну, на рыбалку. Надо же. А знаешь, оказывается, чтобы рыба клевала, надо в приманку керосина немного добавить. Зачем это? А Денискин папа так объяснил. Говорит, рыбе так привычней. Кто бы мог подумать. А знаешь, если Дениска с папой поехали на Селигер на рыбалку, то мы с тобой сейчас поедем в дельфинарий. Дельфинарий? Прямо сейчас? Угу, конечно. Вот здорово! Дениска приедет, я ему все расскажу. Расскажешь, расскажешь. Ну все. И не отдохнули совсем. А то оставайтесь, завтра с утреца встанем, смородинку протяпаем. Ой, нет, 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 спасибо большое. Ага. Мы прекрасно отдохнули. А насчет смородинки я к вам Борю завтра пришлю отдыхать. До свидания. О! Марина! Ух ты! Забыли. Валентина Ивановна, как же вы успели? А здесь напрямки, близко. Ну, Маренька, привет. Спасибо. Спасибо за все.
терпеть не могу запаха кинзы. Спрячь-ка ее в пакет. Весь салон пропах. Слушай, может, выручишь, заберешь себе? М? Нет, спасибо. Я ее сама не люблю. Алло. Борь. Алло. Алло. Странно. Борька звонит и молчит. Алло, Борь, ты мне звонил? Не звонил? А почему не звонил? Ждешь меня? Ну, скоро буду. Зато мама тебя завтра ждет. Угу. Да не вздыхай, завтра будешь вздыхать. Ну все, целую. Пока. Ой, бедный Борька. Достанется ему завтра по полной. Он же у меня безотказный. Да, редкое качество. Представляешь? Даже поссориться с ним не могу. Разве это жизнь? Смешная ты, Маринка. Это и есть жизнь. Игорь, посмотри, какое колечко. Я всю жизнь о таком мечтала. Вот это? Да, тебе пойдет. Как раз под цвет глаз. Ладно, пошли. Ну, давай купим. Нет, нет, нет. Мы вообще пришли к тебе за дубленкой. На вопрос мой ответ. И тебя рядом нет сейчас. Разошлись вдруг пути. И теперь впереди нет дороги одной для нас. Где же я? Где же ты? Пуст наш дом, грустно в нем. Лишь остались мечты, как было хорошо с тобой вдвоем. Нам было хорошо с тобой вдвоем. Слушай, все-таки свежий воздух женщине на пользу. О, какие мы красотки стали. Мужики даже все нам подмигивают. Где? Когда? Ну, только что проехал, мигнул нам. О, это не нам, это мне. Гаишник на скорость ловит. О, смотри, смотри. Притаился, подлец. Не успела. Так, здрасте. Здравствуйте. Извините. В Москву нам надо. Подруге плохо. О, сердце подхватило. А, как у вас тут кинзой пахнет. А вам не нравится? Да что вы, я обожаю наоборот. Правда? Давай сюда. Что, прям всю? Всю, 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 всю. Нам для родной милиции ничего не жалко. Ну, спасибо. Как же вас отблагодарить? А чем благодарить будете? Может, я каждый раз честь вам буду отдавать? А по каким дням работаете? Ну, по нечетным. Так вы в Москву едете, девчонки. Да-да. А до Апрелевки меня не добросите, а то машина барахлит. С удовольствием. За девчонок отдельное спасибо. Еще рыбки. Он какой хороший, такой гладенький. Тебе здесь нравится? Очень. Смотри, как Федор доволен. Ему теперь впечатлений хватит на целую неделю, да? А хочешь, я договорюсь, и мы поплаваем? Прямо с ними? Угу.
Устал Федор, плавать не умеет. Надо его обязательно в бассейн записать, чтобы он плавать научился, да? Угу. А хочешь, прямо завтра и поедем? Хочу. Но завтра же выходной. Мам, у меня рыбка кончилась. Можно я еще рыбку принесу? Ну, давай. Оп. Осторожней. Как же нам все-таки хорошо вместе, правда? Угу. Вот бы так всегда. Ну вот зачем ты сейчас об этом? Ну я же говорил тебе. Меня там держит только долг. И жена это прекрасно понимает. Она мудрая женщина. Угу. Понимаешь, она намного старше меня. Я не могу обречь ее на одиночество. Понимаю. Понимаю. Мам, а давай в следующий раз сюда с Дениской приедем? Обязательно приедем. Привет. Вы откуда так поздно? Мы таких дельфинов видели. Я их рыбкой кормил. Да? А ты чего такая? С Олегом, что ли, ходили? Угу. Ну, я так и думала. Ладно, пойдем дома расскажешь, чем он тебя так порадовал. Угу. Заходите, заходите. Сейчас я вас обрадую. Вот. Что это? Мама, это же корзинки. А зачем так много? А вот это вам как раз-таки сейчас... О, тетя Люся объяснит. Пришли, девочки! Привет. Привет. У меня для вас сюрприз. Еще один. Завтра все дружно идем в лес. Зачем? Как зачем? За грибами. Слушайте, я обыскала весь дом, я ни одной корзинки не нашла. Во что вы грибы-то собираете? Ну, вообще-то мы их покупаем на рынке. Покупаем. Да вы что? У вас же вокруг лес. Да. Все! И потом. Ребенку же нужен свежий воздух. Правильно, Федор? Предатель. Значит так, все, договорились. Подъем в 6 утра. Во сколько? В 6. Легкий завтрак. По утренней росе. Под пение птиц. Бодро, дружно, весело. Идем все в лес за грибами. Ура! Ура! Вот так вот! Все. На кухне нас ждет легкий завтрак.
знаю. Я этот легкий завтрак. Пирожки, колбаска, сметанка. А Юлка встала уже. Заболела. Говорит, горло. А, вот молодца-то. А я-то не сориентировалась. Между прочим, в лесу клещ водится. Вот так вот. Куда мы едем-то? Господи, смотрю, совсем одичали в своем городе. Чего? А это кого утром принесло? А я знаю кого. Здравствуй, Олечка. Я не опоздала?